Проверка тестов квадрата, или квадранта, точнее. Где он? Вот он. Причем вот системная информация. Ну, короче, никому не нужен их хлам. Ладно, поехали. Версия бесплатная, так что смотрим в интернете. Если бы еще кто сказал, как понять свой результат, ну, на глаз в районе 1500 попугаев. Ну что, все, потестили и будет.